Всем привет! С вами снова Света и Дарина. Или нет, не Дарина. А кто сегодня? Уникорн! Ничего себе! Ну, Юникорн, да, интересно. Просто очень интересно. Итак, как вы видите, у нас тут целая огромная тарелка оладьев. Итак, завершаем мукбанг в русских традициях оладушками. И с чем мы будем сегодня оладьи кушать? Давай, рассказывай, Даринка. Я не знаю. Как ты знаешь? Сметана у нас, варенье малиновое и со сгущеночкой. Ну, больше всего мы, кстати, любим со сгущенкой. Да, можно есть. Да, мы голодные, и чем будем запивать? Кофе с молоком, да. Голодные. Холодные и голодные. Что-то мы замерзаем дома. Хотя у нас, внимание, уже сегодня днем 19 градусов, а завтра 20 будет. О, бабье лето начинается. Так, а я со сгущенки начну. Ой, обожаю оладьи со сгущенкой. Кстати, рецепт тоже засняли на другом влоговом канале. Он будет. Отличные. А у меня сметанка. Хорошо пропеклись. Ну, оладьи-то я, господи, много раз уже делала. Кстати, у меня есть канал на Ютубе, я его сделала буквально вчера. Так что у Даринки тоже канал появился. Ну, а до этого она, кстати, уже снимала. Вообще, она самая первая. Начала года два назад, наверное, да? Ну, я вообще ничего не снимала. Да, ты всего сняла, по-моему, 3 видео, да? Мне тогда подруга сделала вообще мне YouTube канал. Я там раз в год снимала что-то. Мне все равно, как-то бы о нем забыла, что он существует. Ну да, по-моему, в классе во втором, да, ты сделала? Или в третьем? Нет, ты что, в четвертом даже. А, даже в четвертом? Ой, я так быстро слопала эту оладушку, что не заметила. Ой, потрясающе вообще. Вкусно со сметанкой. И, конечно. А мне вторая. Со сгущенкой, конечно, больше люблю, но со сметаной тоже очень вкусные. Это мое варенье будет малиновое. Аккуратно. Ягодки здесь есть. Надо, я хочу ягодку. Так что я сегодня видео с уникорном, да, снимаю. А ты можешь ложечкой взять, я тебе ложку приготовила. Малина. Кстати, мы так давно оладьи не ели, да? Оладьи вкусные. Когда не ешь давно, что-то прямо как кстати, ощущаешь. Ты говоришь, ну, я уникорн, говорю, просто по шутке, юникорн. Ну, я просто такая, уникорн, ну, я по шутке просто говорю так, что это, так-то неправильно произносится, не уникорн. Кстати, в этом наряде, по-моему, ты даже в школу приходила, да? Ну, не учиться, конечно, а когда? На Новый год, 20-й год, да? По-моему. Не только одна Дарина, а у них там была компания уникорна или не уникорна. И уникорнов, и котов, и еще кого-то. Вот. В общем, на Новый год Даринка, 20-й год, вырядилась этим... Уникорном, да. Ну, и у вас танец, никакого танца там не было, да? Просто так не, мы пришли. Танцевали. Танцевали, да? Да. Ну смотри, у нас было 3 одинаковых, ну вот. 3 вот таких, вот в такой пижаме единорога было. 2 такой цветной. Ну это со звездочками, есть просто без звездочек такая. С переливом или как. И один кот был. Да. Ой, это вкусно. Так что были у нас дожди, холода, а теперь тепло, бабье лето. Ой, я вообще обожаю, когда вот такое вот 20 градусов, тепло. Нет дождей. Я вообще не люблю дожди. Не люблю холода. Вот такую погоду от 20 до 30 градусов обожаю вообще. Ну, от 18 до 30. Когда выше 30, тоже тяжело.
Когда больше 25 тяжело. Так, я тоже с вареньем попробую. Можешь со сгущенкой пробовать. Со сгущенкой вообще потрясная. Сметана очень вкусно. Со сметаной тоже, кстати, неплохо. Молодец, я уже не помню, сколько я оладушек съела. Я когда разговариваю, я даже не это... Мы все съедим. Да, я думаю, мы все съедим за раз. Потому что мы что-то так проголодались, и они такие вкусные. Угу. Ну, такие вот прямо. Так что с нами, послушайте. Ну, посмотри, какое тесто. Да, тесто потрясное. Со сгущенкой не очень. Обалдеть. Да? Странно, я думала почему-то, что тебе со сгущенкой больше. Нет, со сметаной. А мне со сгущенкой. А мне со сметаной. Так что наслаждаемся сейчас бабьим летом. Последние деньки теплые. Потом все. Дожди пойдут. Холода. Даринка уже отучилась. 3 дня, да? В школе. 3 дня прошло. Постепенно втягиваешься. Стаминовинку. Сидит, да, за нами тоже кто-то наблюдает, кстати, когда мы снимаем. Тем более мы сейчас сменили локацию. Кстати, кто это за нами наблюдает, пишите, так лучше или хуже. Но мне кажется, так лучше, да, при этой локации. Ну, посмотрим, поснимаем несколько раз. Так, ну что, я еще беру. Ну, я сегодня, конечно, молодец с этими оладьями. Она, кстати, на канале поменялось название. Тот, кто помнит, у нас мы начинали с какого? По-английски, да? Да. Сначала написали. Но решили, что это очень для Ютуба как-то сложно. Да, вот такое название еще, да, согласна. Сложновато. Да еще и мы смайлики поставили. Я привыкла, как в соцсетях смайлики ставить. Хотя в Инстаграме у меня без смайликов. Так нельзя ставить, по-моему. И решили просто Света и Дарина назвать. Мне кажется, это вообще оптимально. Ну и фотку, кстати, поменяли. Только шапку осталось еще сделать, потому что не можем установить никак. Тоже свои сложности есть в Ютубе. В общем, занимаемся каналом, развиваемся потихоньку, не все сразу же, да, постепенно. Вот, ну вот, ой, сгущенка. Да, вкусно. Типа запомните одну фразу, все будет, но не сразу. И самое главное, вперед идти всегда, не останавливаться на достигнутом. Конечно, каждое видео буду говорить, что я ходила на тренировку, потому что я действительно была на тренировке уже. День мой рано начинается. Да, с 6 утра. А раньше, ну, иногда в 5:30 вообще. И да. А раньше вообще и в 5 вставала. Так ты в 5 у тебя будильник в 5 часов такая. Да. У Даринки сегодня, кстати, выходной от тренировок, да, 2 дня у тебя. Конечно, жалко. Воскресенье, по идее, 6 сентября, у меня должен был быть марафон. Но все это отменили по известным причинам. Коронавирус. Дарина там должна была бежать. Ну, не получилось. Не получилось. Что-то у нас в этом году никакие соревнования, такие крупные имеются. Небольшие мы местные бегали. Вот такие вот крупные, как обычно мы участвуем. Что-то в этом году из-за этого вируса не получилось. Все поотменяли. 2 полумарафона планировала я бежать. Естественно, Дарина меньше бегает. По сколько? По 3 километра, да? Вот. Ну, нет, так нет, ничего страшного. На следующий год у нас еще все впереди. У нас, конечно, будет у меня еще несколько местных соревнований у Дарины, да? Но это уже не такие крупные. А кто? Ничего себе, 3 оладушки остались.
Я вроде бы пятую ем. Эти не точно. А я даже не считала. Давай для тебя одну у меня. Все, начинаем. Ну, давай, мне... Мне одну, а тебе две. Нет, наоборот. Мне одну, тебе две. Так, ну что, я, наверное, тогда побольше возьму, раз ты не можешь. Ничего себе, была такая гора оладушек. Мы сегодня вообще молодцы. Косточка. Угу. Насчет мукбанков. После оладьев. Кстати, у нас там будет перерыв небольшой. Вкусности. Сняли мы, выложим тоже видео. С Бургер Кингом, да? Снимали в машине. А, да. Тоже выложим это видео. Думаю, снять с итальянской едой. То есть дальше у нас идет Италия. Тут в этом месте... Пиццу будем готовить. А, да, я хочу пиццу. Пасту. Болоньезе, думаю, надо обязательно сделать. Тирамису, кстати. Сами приготовим. Мы его готовили. Угу. Так что будет вообще отличное видео впереди. Не забываем подписываться, чтобы вы не пропустили. И ставьте лайки. Нам не хватает ваших лайков. Одна, да, одна ладушка. Надо было оставить одну ладушку, чтобы я не была одинока, мама. Ну ничего. Сейчас она не будет одинока. Сейчас она будет с друзьями у меня. Он там вот будет с друзьями своими. Не забываем, подписываемся. И всем пока.